Приветствую всех. Решил сделать тест резьбовых фиксаторов, резьбовых соединений, или как там называют еще резьбовых герметиков. Ну, неважно. Взял, в общем, три вида. Первый — это красный Абро, синий Ликвимоли, и взял еще двухкомпонентный Поксипол. Поксипол уже замешан, ждать не будем. Нанесем на резьбу немного. Вот здесь я взял уголок толстый, наварил три гайки. Так, и нанесем немного, чтобы посмотреть, насколько он будет твердый. Так, теперь возьмем, наверное, синий. Вот. И красный, как обещает, он неразборный. Посмотрим. Ой, льется как, ну, сами понимаете, как моча. Так, есть. Нанесем красный рядышком. Синенький тут пусть тоже будет. Синим я уже пользовался, но еще ничего не откручивал. Так, и затянем одним моментом, ну там около 20-30. Есть. Все, подождем, когда застынет. Итак, прошло 24 часа. У нас на улице дождь, плохая погода, поэтому снимаем при искусственном освещении. Надеюсь, все будет видно. Значит, начнем с красного. Красный растекся, и он не засох, а какой-то стал липкий, в общем, непонятно. Синий тоже берется на руку, что-то мажется, эбоксидка у нас застыла. Ну что, конечно, я не знаю принцип работы этих резьбовых фиксаторов, поэтому, может быть, так и надо. Попробуем открутить тем же моментом. Не знаю, все крутится прекрасно. Ну, как бы туговато, конечно. Туговато. Не знаю, может, ему надо трое суток, чтобы затвердеть. От руки не идет. То есть, как бы сутки, но он разъем. Может быть, больше надо времени, я не знаю. Так, смотрим. Здесь образовался такой белый налет. Ну, частенько такое встречаю при разборке двигателей. Так. Ну, буду говорить по ощущениям. Сейчас синий. Ну, вообще, легко пошел. Так, от руки. От руки не идет. То есть, если затяжка ослабилась, сам он не открутится. Вот уже немножко от руки пошел, ну, тоже, в принципе, белый. Думаю, этим фиксатором надо больше времени. Так, и значит, у нас эвоксидка. Ну, не знаю, тоже все тем же моментом, никакого щелчка не было. От руки не идет. Все туго, равномерно. Так.
Здесь резьба более чистая. Сейчас попробую показать подробнее внутри. Освещение у нас неудачное. Но мне как кажется, красный он более жидкий, он лучше попал в резьбу. Попробуем вкрутить обратно. Не знаю, сколько времени надо, но инструкция у красного 24 часа. У синего 12 часов, ну и бокситка тоже 24 часа. Все открутилось. Сколько нужно времени, чтобы этот фиксатор полностью затвердел, я не знаю, в инструкции не указано. Все прекрасно открутилось. Резьбу я брал такую специально. Не стал мелкую брать. Почему? Потому что я считаю это реальным условием. Когда резьбы мало, шаг резьбы достаточно крупный. И в основном это такая резьба бывает в болтах крепления пластины гидротрансформатора. Надеюсь, вы знаете, что это за деталь. Ну, нормальный механик всегда туда ставит фиксатор, чтобы, не дай бог, открутилось. Не открутилось, поэтому решать вам. Я думаю лично, что эбоксидку можно использовать, когда резьбы уже мало. Вот, когда вы хотите ее восстановить. Я ее часто использовал, а когда изнашивается резьба крепления шпильки натяжного ролика. Вот, синий герметик я использовал в основном в болтах крепления коленвала и опять же таки пластины или маховика там. И, соответственно, красный я никогда не использовал. По одной простой причине, что он меня единственное пугало. Что он неразборный. Ну, как видите, все разбирается. Вот. Но я думаю, если резьба будет мельче, то со временем она там просто прикипит. Хотя, если погреть, я думаю, что он прекрасно разберется. Ну, на этом все. Спасибо, подписывайтесь на канал.